Хотя формат соревнований в дивизионе 40+, ночной хоккейной лиги, и подразумевает отсутствие силовых приемов, периодически спортивный азарт берет свое, и на площадке закипают нешуточные страсти. Да и в пылу борьбы не всегда разберешь, против кого именно играешь в эпизоде. Но тем и хорош хоккей. Здесь нет ни должностей, ни регалий. Все равны. Вот и игроки «Партизана» честно признаются, что после обидного поражения в Трубчевске в раздевалке состоялся настоящий мужской разговор. Был у нас разнос в раздевалке за этих два удаления последних, за этот проигрыш обидный, просто очень обидный. Ну, вынесли, соответственно, нам всем строгие выговоры, и мы теперь вот стараемся не проиграть во второй игре. Действующие чемпионы выводы сделали правильные и уже в первом периоде матча против «Виктории» создали себе комфортное преимущество в 2 шайбы. Игра с действующим чемпионом – серьезный раздражитель для любой команды. Отобрать очки у «Партизана» теперь мечтают все, без исключения, участники чемпионата. Мы готовились к этим матчам, у нас хорошая физическая форма. Я думаю, мы готовы выдержать марафон. Счет придал «Партизанам» уверенности, которая сначала переросла в самоуверенность, а потом в 2-2 на табло. Мы входим в игру, это же разведка боем. Мы знакомимся с командами, у всех составы новые, у всех сильные. Ну как впечатление от «Виктории» в прошлом сезоне буквально на одном коньке? Они на голову выше в этом сезоне. Ну вы же сами видите по игре. Выросли за год, тренировались. На третий период команды выходили все же с минимальным преимуществом «Партизана» 3-2. Но «Виктория» уже поймала кураж и готовилась дать бой. Я думаю, сейчас остался еще третий период. Я думаю, мы полностью выложимся, ну и постараемся выиграть. Ну а по силам чемпиона обыграть? Нужно всегда стремиться. Игроки «Виктории» отчаянно пытались отыграться, но в итоге снова пропустили. Хороший счет, 2-4, показывает о том, что команда равная и на поле была достойная борьба. Обе команды хотели победить, но сегодня, видите, повезло больше «Партизану». Эта победа позволила «Партизану» догнать в турнирной таблице ушедших в отрыв «Волну» и «Вымпел». Однако делать выводы, исходя из результатов лишь стартовых туров, было бы преждевременно. Впереди еще почти 4 месяца ожесточенных хоккейных баталий. И чем закончится чемпионат, на самом деле предсказать очень сложно. Ведь, как известно, лед скользкий, а шайба круглая. Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов, «События», Брянск.